Новый детский городок небольшой, но и домов в округе не так много. В переулке Лечебный живет 600 человек. Полсотни из них – дети. Место для игр они, конечно, себе находили и до этого, но очень уж хотелось яркую и новую площадку. Детки меня всегда просили: «Бабушка Рая, может быть, мы добьемся новую площадку? Нам хочется новую площадку». Я говорю: ну, постараюсь. Я начала обращаться. Обращалась, значит, Родиону Игоревичу Цирульнику, которому, дай бог здоровья, не отказал, дал нам денежку. Самое главное то, что детям есть где проводить время, и спокойно родители могут теперь смотреть в окна и видеть, что их дети рядом с домами. Депутат городского собрания Родион Цирульник вместе с депутатом ЗСК Алексеем Сафроновым решили: этому району детская площадка нужна как воздух. Очень много у нас переулков, дворов, которые не находились никогда в зоне гостеприимства. И им очень много чего не хватало все эти годы. И вот я очень рад, что сегодня настал тот момент, на переулке Лечебного, дома 8, вы видите, да, это наши обычные типовые двух-трехэтажки, получили замечательный такой детский комплекс. Отметить открытие новой площадки решили спортивным праздником. Маленькие жители Мацесты соревновались в троеборье. Дартс, упражнение «Уголок на шведской стенке» и отжимания. 21. За последние 5 лет здесь, благодаря депутату, появился новый мост через ручей до Симона, уличное освещение, заменен старый аварийный кабель над домами. Будет построена еще одна детская площадка. Комфортным должен быть не только отдых туристов, считает Цирульник, но и повседневная жизнь жителей спальных районов Сочи. Им дорого то, где они каждый день ходят, где они находятся, и то место, где они больше всего проводят вне дома и вне работы. Это улицы, это дворы, это переулки, это теренкуры. И им, конечно, хочется жить в удобной, комфортной среде. Тем более им есть чем сравнить, выезжая в центр, бывая в Олимпийском парке. Конечно, им это максимально хочется комфорта и удобства видеть в собственных дворах. Новая игровая площадка уже совсем скоро станет концертной. На Новый год жители планируют нарядить здесь елку и устроить детский праздник. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.